Меня зовут Катерина Некрашевич, и я участница 4-го ежегодного молодежного лагеря «Изучай действий, поделись», который посвящен теме торговли людьми. Все мы за эту неделю не только рассмотрели проблему трафикинга вообще со всех сторон, но еще и нашли единомышленников, с которыми, я надеюсь, мы реализуем достаточное количество инициатив и проектов, которые помогут сделать этот мир лучше. Я хочу сказать огромное спасибо организаторам и, в принципе, всем участникам за эту атмосферу, за эти знания, которые мы получили. И очень надеюсь, что с вами мы еще встретимся вживую, офлайн. Всем привет! Хочу поделиться своими впечатлениями об участии в летнем молодежном лагере «Изучай действия, поделись», который организовывается на базе Международной организации по миграции. Хочется сказать, что это мероприятие полностью оправдало все мои ожидания, потому что мне хотелось поучаствовать в таком ивенте, где ты получаешь не только какой-то объем информации, но и сможешь реализовать его на практике. Всем привет, меня зовут Илья. Я участник лагеря «Изучай действий, поделись» в 2020 году от Международной организации по миграции. И я бы хотел поделиться своими впечатлениями про данный ивент. Вот, первое, что мне очень понравилось, это люди, которым посчастливилось вместе со мной попасть на это замечательное мероприятие. И это, наверное, единственное место, где я видел столько амбициозных, инициативных, добрых, очень умных, всесторонне развитых людей, которые стремятся организовывать что-то новое, у которых в головах еще много-много разных проектов, которые уже много чего организовали, много чего достигли в жизни, и которые не хотят на этом останавливаться и ставят перед собой очень-очень глобальные цели, и которые в будущем, я уверен, изменят наше общество и вообще даже международное сообщество в целом. Вот. Второе, это, конечно же, организаторы, которые в таких непростых условиях смогли им организовать очень качественное мероприятие. И это действительно очень круто, что нам уделялось столько времени не только в период сессии, но и вообще за все время лагеря. И я хочу поблагодарить их, сказать большое спасибо. Третье, что я хотел бы сказать, это специалисты, которых наши организаторы сумели позвать для нас. И это настоящие профессионалы свое дело, и каждый из них практически обладал какой-то чарующей харизмой, которая заставляла вообще забыть о времени и слушать их часами. И действительно, многие из них сделали очень интересные доклады, и не только с какой-то теоретической стороны, но и давали нам самим порассуждать, применить как-то наши навыки практически, и это было действительно очень интересно, многовекторно, вот так всесторонне, и я уверен, что это все закрепится в моей голове, и более того, все вообще и участники, и специалисты, и организаторы позволили взглянуть на какие-то простые вещи, ну вот, которые, мне казалось, я их уже знаю, я с ними знаком, через какую-то вообще другую призму, через другой контекст какой-то, и тем самым вообще поменять в корне по некоторым вопросам мое мировоззрение. Поэтому всем спасибо, я надеюсь, что со всеми мы еще увидимся. Вот, все очень круто, вот, я очень рад. Привет всем, меня зовут Ульяна, я участница летнего лагеря от Международной организации по миграции в 2020 году. В этом году наш лагерь проходил в новом для нас и для организаторов формате, в формате диджитал, дистанционно. Если честно, сначала это напугало, немного насторожило, потому что лично для меня было непонятно, каким образом мы будем коммуницировать, каким образом мы будем понимать, что видим, слышим друг друга и остальные аспекты межличностной коммуникации здесь и сейчас. Но организаторы отлично подошли к решению данного вопроса, организовав дистанционный онлайн-лагерь, где мы смогли обмениваться мнениями, где мы смогли слушать приглашенных специалистов. И это было на самом деле очень здорово. Правда, огромное-огромное спасибо организаторам за то, что они сделали, за этот огромный пласт проделанной работы. Мы использовали не только стандартные какие-то способы коммуникации, мы использовали разные мессенджеры, разные площадки, тестили, там отмечали друг друга в различных социальных сетях. Также хотелось бы сказать большое спасибо организаторам за приглашенных специалистов, потому что я считаю, это уникальный опыт, который получил каждый из нас,
и он обязательно пригодится каждому из нас. Я безумно рада, что стала участником летнего молодежного лагеря «Изучай действия, поделись». И здесь я встретила нереальных ребят с отличными идеями, офигенных спикеров, которые отдаются своему делу с душой, и, конечно же, организаторы. Эти люди, они сделали просто все возможное, приложили максимум усилий, чтобы провести для нас все-таки этот лагерь даже онлайн. Спасибо вам огромное за такую офигенную и нереальную возможность.